Здравствуйте, дорогие! Когда мы готовили к выпуску это видео, скончалась королева Елизавета II. Те темы, которые мы поднимаем в этом выпуске, очень связаны с правлением этой удивительной женщины, удивительного британского монарха, который сделал, наверное, больше, чем любой другой, для прекращения террора в Ирландии и для того, чтобы конфликт в Северной Ирландии перешел на политическую арену. Кстати, приемный отец мужа королевы, принца Филиппа, погиб от рук ирландских террористов. Так что в этом смысле королева пострадала, ее семья пострадала так же, как многие семьи в Ирландии от кровавого террора, который длился здесь многие десятилетия. Любая война, любой конфликт – это прежде всего конфликт внутренний. А значит, именно изнутри и нужно искать способы для прекращения войны. Мы думаем об этих вещах давно. Мы – иерусалимцы, живущие теперь в Северной Ирландии. И кажется, здесь мы поняли проблему еще глубже и вернее. И хотим в этом выпуске поделиться с вами очень интересными и важными наблюдениями. Что это за люди такие в кадре? Это оранжевый орден, протестантский закрытый орден, очень похожий на масонскую ложу. Они унионисты. А вот это ансамбль народных ирландских инструментов. Эти дети – католики из семей республиканцев. Две стороны, две правды, один конфликт. О войне между католиками и протестантами, между унионистами и республиканцами и о том, как решают этот многовековой конфликт сегодня, мы расскажем вам в этом выпуске. Скоро год, как мы переехали в Северную Ирландию из Иерусалима. Из одной зоны конфликта в другую. А почему да как, расскажем в этом выпуске. Конфликт, мягко сказано. То, что творится в Израиле между евреями и палестинцами, это самая настоящая война, а не конфликт. И то, что было здесь, в Северной Ирландии, с конца 60-х до 98-го года, тоже было страшно. Люди это называют troubles, или конфликты, или сопротивление, или смуты, но это на самом деле была также самая настоящая война. 3500 погибших с обоих сторон и безысходная ситуация. С чего все началось? В 16 веке англичане захватили Ирландию и стали ее колонизировать, то есть заселять своими переселенцами. Особенно много их поселилось в Северной Ирландии. Это были англичане и, естественно, шотландцы. Ирландцы к тому времени все были католиками. Католиками они стали в XII веке после завоевания Ирландии нормандцами, а до этого они были, естественно, православными. Англичане же к тому времени, благодаря реформам короля Генриха VIII, были все протестантами. Сопротивление Британии шло в Ирландии многие века. Ирландцы боролись за право оставаться католиками, говорить на родном языке, владеть полностью родной землей, ну и так далее. Репрессии со стороны британского правительства были совершенно жуткими. Храмы католические закрывали и захватывали, католические епископы прятались в горах и тайно по домам служили мессы. Монастыри были все закрыты и уничтожены. Монахи жили в миру, сохраняя обеты и ходя в скромной мирской одежде. Ну, прямо как в СССР в 30-е годы. Народ периодически, естественно, поднимал восстание. И, естественно, велась партизанская война. В 1916 году было знаменитое пасхальное восстание. The Easter Rising, как называется по-английски. Англичане, конечно, очень жестко подавили это восстание. Началось обострение конфликта, и это привело к тому, что в 1922 году Ирландия наконец-то получила независимость. Но не вся. Северная часть острова осталась по власти Великобритании. К
Кстати, интересно, что одной из первых стран, которые признавали независимость Ирландской республики, был как раз СССР. Здесь жило много протестантов, то есть в Алстере, в Северном Ирландии к тому времени. То есть на тот момент большинство жителей хотели оставаться под английской короной. Также могу сказать, что католические общины Республики Ирландии были против того, чтобы огромная часть протестантов входили также в состав их новообразованного государства. Ну и действительно, католики были на тот момент в меньшинстве. Их часто очень дискриминировали, они жили в отдельных районах, и протестантские власти всячески ущемляли их права и права их детей. И вот конфликт обострился в 1969 году. Здесь этот период называют «The Troubles», то есть конфликт или смута, а по сути это была кровопролитная война, которая шла 30 лет, притом шла она на улицах городов, деревень, на дорогах, в домах. Дивизии добровольцев были и у католиков-республиканцев, и у протестантов-унионистов. Британская армия и полиция была, естественно, на стороне последних. Еще в 90-е годы, хотя шли уже переговоры, конфликт был еще очень горячим. В Страстную пятницу 1998 года подписали мирный договор. Та Пасха, наверное, была самой радостной здесь, в Ирландии. Решили, что все военные организации сдают оружие. Британские армии уходят, выводят войска, убирают блокпосты. Нету и не будет больше границы на территории острова. То есть переход населения из UK, Объединенное Королевство, на территории независимой Ирландии свободная. И тут как бы сам народ шел на определенные уступки, потому что, естественно, ирландцы хотели весь остров, разумеется, да? А англичане, те, которые жили на севере, они хотели как-то, чтобы их часть была доминирующая, то есть, да? Так что тут, в принципе, пришлось всем немножко как-то смириться. А теперь решать судьбу Северной Ирландии и острова в целом будет не оружие, а сами люди, то есть сама ситуация. И это будет все политическими методами, без террора с обеих сторон. Как же идет борьба сейчас? Она идет на выборах. Борются между собой политические партии, унионистов, республиканцев. На культурном уровне англичане всячески рекламируют свою культуру, свою поп-музыку, свои торговые сети, которых очень много в Северной Ирландии. Ну и, конечно, спорт. Наверное, его нужно было бы поставить первым, спортивные команды. А ирландцы развивают свое культурное влияние. Ирландская музыка, ирландские танцы, искусство, язык, ну и, опять же, естественно, спорт. Республиканцем может быть человек любого вероисповедания на сегодня, и это тоже привлекает среди республиканцев, то есть людей за объединенную свободную Ирландию, можно увидеть и протестантов сегодня. А еще школы. Католические семьи отдают детей исключительно в католические школы. Протестанты в протестантские. За каждой школой стоит совет управляющих. И при выборе школы родители знают, кто держит школу. Католические школы держат монастыри или разные сестричества, братства и так далее. До недавнего времени там даже преподавали монахи и монахини, священники. Ну, могу сказать, что вот сейчас и среди католиков, и среди протестантов религии они особо не практикуют. Это более как определенные способы выражение, самовыражение себе, и это не означает, что они такие сильные набожные. Есть также школы интегрированные, то есть смешанные, в которых учатся дети разных вероисповеданий, разных религий, и эти школы позиционируют себя как весьма светские и современные. Вот здесь у нас в городе Ньюри именно такой смешанной школы начинается ежегодный марш оранжистов. Ну, в других городах они, может быть, и начинают из других протестантских центров, образовательных и так далее. Кто смотрел сериал «Derry Girls», который происходит в Северной Ирландии, в городе Derry или Лондон-Дерри, зависит от того, как называешь. Протестанты называют Лондон-Дерри, католики – Derry.
Есть такой эпизод, где показывают, как одно семей католиков специально намеренно уходит из своего дома именно в эти дни, когда маршируют протестанты. Дело в том, что сейчас эти марши носят, ну, достаточно мирный характер, но еще совсем-совсем недавно бывали очень серьезные столкновения во время этих маршев, потому что марши эти играют на дудочках и барабанах мотивы песен, которые оскорбляют католиков, то есть они носят прямо такой антикатолический характер. Хотя звучит только мелодия, но люди-то знают мотив и знают, какие там слова в этой песне, да? Также эти песни прославляют, естественно, британскую корону, победу протестантов над католиками, ну и так далее. И от звука этих барабанов и флейт не скрыться никуда, даже в доме. В сериале «Derry Girls» хозяева дома нарочно сделали двойное стекло для того, чтобы в этот день можно было закрыть окно и почувствовать разницу. Как в «Derry Girls», да? О! И тишина. Орден оранжистов был организован в конце 18 века в Ирландии. Название происходит от имени короля Вильяма Оранского III. Вильям Оранский был принцем нидерландским и стал королем Англии, Шотландии и Ирландии. Его войска разбили армию последнего английского короля-католика Якова II. С тех пор среди королей Великобритании католиков не было. Орден оранжистов построен по принципу пирамиды. В нем 1134 низших лож. Да-да, так и называются ложи, как у масонов. Возглавляет орден Великая Ложа. По правилам ордена его членами могут быть только мужчины и только протестанты. За участие в католических обрядах из ложи немедленно исключают. В Ирландии такое бывало не раз, потому что у всех полно родственников католиков. И вот так вот сходил на крестины или венчание в католический храм. Все, прощайся с ложей. Сами представители ордена отрицают связь с масонством, хотя орден построен полностью по той же системе, и сходств, конечно, очень много. Главное и, пожалуй, единственное отличие от масонов – это обязательная принадлежность к протестантизму, тогда как у масонов членом ложи может быть человек любого вероисповедания. Среди оранжистов, кстати, есть члены масонских лож Северной Ирландии, что тоже доказывает их связи и сотрудничество. Кстати, полностью подробно обо всем этом можно почитать на сайте оранжистов, который есть в сети в общем доступе. Оранжисты очень консервативны. Они против абортов и за патриархальный уклад жизни, за братскую любовь и помощь бедным. Они за библейскую веру, и поэтому, как и все протестанты, поддерживают Израиль и имеют такие связи с гебраизмом. Оранжисты, как и все унионисты, протестанты. За монархию, за то, чтобы быть частью Соединенного Королевства Великобритании, сильного государства со своими вековыми порядками. Желание быть частью империи очень понятно. Католики-республиканцы, хотя и католики, выступают за отделение религии от государства. Они, наоборот, за светское государство. И многие из них, кстати, даже являются марксистами. Они всегда на стороне палестинцев в конфликте израильском. Даже идентифицируют себя с ними. Они ведь также борются за свободу и независимость своей родной земли, за тот путь развития, который им кажется верным. Но это тоже все очень даже понятным. А что делает в этом конфликте Великобритания? Она нашла возможным прекратить войну в Ирландии и привести решение этого конфликта на политические рельсы. Великобритания обеспечивает Северную Ирландию всеми социальными пособиями, бесплатной медициной, цены на продукты здесь в разы ниже, чем в независимой республике Ирландии. И в британских супермаркетах Севера полно покупателей свободного юга, которые приезжают сюда и из Дублина, и из других городов, и загружают багажники продуктами на неделю, именно
этих сетей британских супермаркетов Северной Ирландии. Потому что тут гораздо дешевле. Многие понимают, что независимая Ирландия не обеспечит, не прокормит Северную Ирландию. И об этом умные люди задумываются. Кроме того, независимость Юга тоже ведь не полная. Они же часть Евросоюза, значит, просто под другими хозяевами. А есть еще такие самые радикальные ирландские республиканцы, которые вообще против тех и других. То есть они за свободную Ирландию, но против ее членства в Евросоюзе. На сегодня католическое вероисповедание – это не причина выхода из Соединенного Королевства. Дело в том, что католическое возрождение и прекращение репрессий в Ирландии началось еще в середине XIX века. И на сегодня в Северной Ирландии можно быть кем угодно. Никто никого не притесняет, никому не мешает. Католики имеют свои школы в огромном количестве государственные, повсюду открыты католические храмы, ходят крестные ходы и так далее, и так далее. Вопрос объединения Ирландии на сегодня вопрос политический и связан с определенными также семейными и общинными традициями и даже бытом. Конечно, Брексит снова бросил искру в этот костер и запустил ирландский конфликт на новую орбиту, как бы дал ему новый виток развития. Но борьба сейчас идет все-таки совершенно на другом уровне, на политическом, культурном, и люди живут совершенно обычной мирной жизнью. Террора здесь больше не будет, и это видно по настроению людей. Люди уже прошли этот этап, и поддержки такой метод борьбы ни у кого не вызывает и не вызовет. Люди давно поняли, что террором и кровопролитием добиться ничего хорошего невозможно. В демократическом обществе каждый человек должен иметь право высказать и выразить свое мнение. Главное только, чтобы люди умели делать это мирным путем. Будем надеяться, что высказывание нашего нынешнего монарха, короля Чарльза III, который еще давно сказал, что когда он станет королем, он будет не просто защитником веры, то есть имеется в виду англиканская протестантская религия, но будет защитником веры вообще в целом. И я думаю, что вот если это его обещание действительно воплотится в жизнь, то, возможно, оно приведет к возрождению настоящей духовности Великобритании. Ну а пока замечательно, что люди умеют вести мирный диалог и решать вопросы не кулаками, а другими способами. На этом мы прощаемся с вами сегодня и обещаем выходить в эфир как можно чаще.